Меня просили показать тортик в разрезе. Ну, столько его осталось. И вот так он выглядит. Видите, пушистый бисквит. Он пропитан сиропчиком. Крема много. Орешки. Вкусненький. Мне бисквит не очень нравится. Ну что, сегодня опять вышел рой из-за того же улья. Вызвала Игоря. Приехал. Удочку нацепили, рамку. Так как молодая пчела, эта матка, переходит на рамочку, и они садятся высоко. Здесь ниже было, а сейчас высоко. Переодеваюсь. Хоть я оставляла один рамочек, не знаю, где там еще могла быть матка. Я видела, что они сидят, не работают. Но видите, опять вылетел рой. Вот надо менять маток роевых на обычных этих. Пойду переодеваться и думать, куда их сунуть. Так, девочки, я в теплице, и мальчики. Попротыкала булавкой. Вот у меня булавка. Сделала капельный полив в дырке. Слышите, журчит все. Потому что сегодня пекло. Особенно тут помидоры страдают. Я уже Игорю говорю, надо включить. О, еще жарко вечером. Я говорю, не. Пошла сама включила. И иголочкой, где смогла, подоставала под каждым кустиком приблизительно. И вот журчит. Пускай поливает. Короче, сегодня день тяжелый. Сегодня целый день сражалась с этими пчелами. Это вышло вот из этого улья, молоденькая. Хотя я оставляла один маточник, я была проверила несколько дней назад, вот когда мед качала, это получается 2 числа, качала мед, увидела, все, вышла маточка, замечательно. Я вам сказала, сидят на прилетке, ничего не делают. Вот и сейчас, видите, такое вот состояние у них. Сидят. Ну, думаю, вышла маточка, облетится, стюпальцу там носит. Ну, видимо, они где-то... Как? Ну, вот чудом. Где-то, наверное, еще один был маточник. Все проверила, не нашла. Не знаю, как. Или это она вылетела, а они без матки остались. Короче, надо будет через пару дней смотреть. Пока лезть не буду. Короче, вылетела. Я вам показывала. Игорь, сначала я вытащила лестницу, прикрутила... попросила Антона удочку взять. К удочке прикрутили. Удочка телескопическая, складывается. Короче, Игорь кое-как там подсовывал. Нифига, на эту рамку не идут. Потом уже этой рамкой трясли. Думали, что на эту рамку переползут. Нет. Куча висели и все. Частично я... У меня аж ульев уже нету. Все, нету. Здесь я отводочек сделала. Думаю, вот этот улей... Мед пчелы носят. Роиться не хотят, слава богу. Это нормальная матка. Я считаю, это нормальная матка, которая делает мед, нормальные пчелы. Вот они делают мед, а эти делают пчел. Вот эти вот, которые у меня сейчас стоят, роевые, это для тех, кто продает отводки. Вот для них это супер. Пчелы много, продают, меда нет. А мне что, нужен мед? Нет, а кому их продавать? Ну и это дешево получается, невыгодно. Выгоднее, конечно, лучше мед продавать. Короче, я из этой вот семейки взяла пару рамочек, решила сделать от этой хорошей отводочек. У меня все занято. Вот это получается ящичек, и все улья заняты. Я что спокойная была, что здесь один маточник. Вот, и думаю, так, сделаю здесь молоденькую маточку и ту роевую поменяю. А той роевой у меня еще 2. Но это... Не знаю, кому это интересно, но мне хочется высказаться. Потому что сегодня намучилась. Короче, вылетела она. Пытались этой телескопической. Частично я снимала, принесла доску, на доску поставила вот тот вот верхний корпус. Туда стряхивала это, смачивала, стряхивала, накрывала. И опять мы так циркались, я открываю, они опять вылетают. То, что матку я поймать не могла. Я думала, частями, может, где-то матка попадется. Потом им надоело, что мы их стряхиваем, а они вот сюда перелетели, повыше. Я Игорю говорю, Игорь, не пройдет этот номер, давай. Нашла грабли такие старые, у меня были широкие, ручка там легенькая. Игорь нашел такая длинная арматура. К этой арматуре прикрепили эти грабли и проволокой, и скотчем. И на эти грабли мы привязали 20-литровое ведро. Закрепили. И вот они там сели... И я Игоря держу на лестнице. И Игорь это, ведром этим, опа, короче, за 4 раза. На 4-й раз в конце я увидела молоденькая маточка. Не знаю, облетевшаяся или нет. Смотрю, такая средненькая ходит, лапы рыжие, сама черная.
Я говорю, Игорь, вот она, я ее водой спрыснула. У меня такая клеточка, прищепочка, зажимчик такой. Я ее туда, и все, отсюда взяла открытый расплод, туда поставила, и потом думаю, ну, мне ж накрыть нечем. И так как я планирую вот эту менять на другую, ну, получается, снова на роевую, у меня выхода нету. То я думаю, так, старую поменять на ту, то я поставлю сразу на то же место, где она будет, чтобы пчелкам было удобнее облетываться. И, наверное, эта маточка еще не плодная. Поэтому сегодня она в клеточке повисит там. Пчелки эти увидят, где у них домик. Я прикрепила, прикрутила желтенькую эту штучку. Это закрываю эту. Боже, не знаю, я сегодня перенервничала, капец. Вот эту вот прикрепила, что потом, когда я выпущу с клеточки эту маточку, вот это вот я сниму, потому что здесь по стенкам пчелы. Я думала, что это корпус из другого улья. Они не все тут подходят. Игорь все разные сделал. Короче, когда я выпущу, надо, чтобы она облетелась и видела, куда лететь. А чтобы видеть, куда лететь, желательно что-то такое яркое, чтобы было. Вот, желтую эту штучку прикрепила. Вот. Так что смагалась трудно. Все-таки рамочка это хорошо, когда рядышком. Вот я могла подложить эту рамочку и рамочка снять. Это чтобы не покалечить, не потрясти. А вот когда молодая вылетает, она вылетает высоко. Это старая лететь тяжело и низко. А молодая вылетает высоко. И вот хорошо, что прикрутили вот эти палки и ведро. И в ведро, Игорь, раз-раз. Молодец. Терпение, конечно, у него уже, когда с рамкой этой злой был. Сейчас тряхнул, пускай летят. Я говорю, Игорь, терпение, зайка. Отблагодарила его, говорю, спасибо. То, что, говорю, эта арматура тяжелая. И ты же, говорю, выше. Они уже выше сели. Ну, слава богу, поймали. Ну, это все хорошо, но меда будет меньше. Потому что они же, когда сильная семья, у них сила. И они приносят. А когда вот так они разделились, они этот мед употребляют на то, чтобы разрастаться, чтобы семью растить. Так что расстроена, конечно. Сейчас буду сидеть в интернете, смотреть, как мне их соединить. Я думала, вот эти пускай бы росли, там том от водочки облетелась бы, а потом я бы где-то в июле месяце соединила. И была бы семейка в зиму пошла. Но никак я вот этот рой не хотела, не планировала, чтобы он меня вылетал. Я думала, облетится в том маточка, и они с новой силой возьмутся у меня за работу. Ну, уже что есть, то есть. Главное, что не упустила. Вот такой у меня вид. Я замученная. Игорь мне говорит, будешь в бане мыться? Я говорю, Игорь, буду. Потому что вот такая. Это от того, что эта шляпа. Она мне туда и сюда. Хвост весь забился. Вот такое чудо. Бегала. Адреналин. Ну, главное, говорю, мне главное, Игорь, поймать. Потому что жалко. Столько трудов. А там уже буду смотреть, что мне с ними делать. Вот. Мой работяжка растапливает баньку. Я сегодня думала отлежаться. Вчера мама идет сзади меня и говорит, Наташа, у тебя такие отекшие ноги, у тебя прямо кожа надутая на ногах. И она говорит, все, мы поехали быстрее домой, чтобы ты легла в кровать. То, что, ну, эти вот рамки, что качается на меня, на ногах было. Потом готовила есть на ногах. У меня так болела спина и ноги. У меня защемление нерва идет между лопаток и в пояснице. Я аж кричала вечером. И вчера уже я никакая ходила, уже и радости как таковой не было. Я рада была, что приехала мама. Говорю, мама, я такая уставшая, еле хожу. И вот вчера Антошка их довез до этой, до остановки, где маршрутка ходит. Я спрашиваю, что у вас троллейбус ходит? Это, вы сказали, мама едет на троллейбусе. Мама на троллейбусе едет с пересадками. Она подъезжает, потом садится в маршрутку городскую. Ко мне ходит городская маршрутка. Я 3 километра от Бреста. Вот, а еще есть другая маршрутка. Она ходит от нас в километре. Вот на ту маршрутку, если садится, она идет до свекрови дома. Вот, то там удобно. Сразу сел, и у мамы останавливается напротив дома. Поэтому Антон подвез. Ну, можно подъехать на 2 маршрутках, но что подъезжать, если можно подвезти. И они сели, как раз возле дома вышли. Чтобы не пересаживаться на троллейбусы. Вот, так что так, хорошо вчера посидели, я очень довольна, мама тоже. Вот, ну и сегодня погодка такая, как бы гремела, как дождик накрапывал, но я лежу такая в кровати, а Даша говорит, мама, что это там пчелы это в небе? А я им объясняла, говорю, если возле улья, значит облетается, если в небе, это уже роя. Она говорит, посмотри, я говорю, да не может быть. Она говорит, посмотри, я смотрю, говорю, да, все, подхватилось, уже не хлопки мои, не прыскалка, ничего не помогало, потому что они высоко на яблоню.
Ну ничего, хорошо, что привились, хорошо, что мы были дома, что увидели и сняли. Так что вот такие у меня сегодня приключения. Не было времени это все снимать, потому что это заняло у меня целый день. Это вот утром Даша увидела. Во сколько? Ой, в час, наверное, в 12 или в час. Я точно не помню, время не засекала. А сейчас уже 6 вечера. Да вот так мудохалась, потом думаю, навощу рамочки им поставлю. От того, что проволока не сильно натянута, это как рамки старые, оно провисло, потому что второй горячий. Они сели на эту вощину, и вощина прям провисла. Короче, работы много, мне еще надо будет потом. Я уже сейчас хотела. Игорь говорит, иди хоть поешь. Потому что я не ела, подбегала к шлангу, воды попью и все. Говорит, иди поешь, и уже потом будешь заниматься. Ну, сейчас пока распределила. Все, немножко успокоилась, что все дома, все накрыты от дождя. Вот, а там буду изучать, как эти рои соединять, рой вместе с этой, с маткой. Вот, потому что у меня такого опыта не было. У меня чисто стояли семейки, вот, чтобы мед приносили, подкладываем только тару. Вот, а так, чтобы у меня рои, вот, подсунула мне. Ну, ничего. А Игорь говорит, ты такая у нас опытная, ты не знаешь, что делать. Я говорю, Игорь, этому учится всю жизнь, понимаешь? Нет такого. Каждая семья, как человек с характером. Вот, и оно, и, конечно, интересно, но рои снимать, если высоко, интересного мало. Ну, немножко вам пожаловалась, все рассказала. Надеюсь, вам это не нудно, интересно. Ну, какая у меня жизнь, то и рассказываю. Так что так, сейчас Игорек. Не знаю, что он там носит. Вот, Игорек распаливает баню. И вечером я уже в бане полежу, отмоюсь, потому что вот такое чудо. Вот, и со спокойной душой уже лягу и буду изучать в интернете, что мне делать с этим районом. Вам всем спасибо за поздравления еще раз. Поздравляют нас уже целую неделю. Ну, это очень приятно. Вот, спасибо за поздравления, спасибо, что заходите, рады моим рецептикам, смотрите, благодарите, кто это повторял. Я очень рада, что мои труды не напрасны. Вот, всем главное здоровечко, вот, всего хорошего, заходите, не забывайте, всем пока.